Наша работа, работа группы «Соски», которая на этой выставке представлена, она довольно давно была сделана, но просто концепция Давида Тараганяна «Angry Birds», «Злые птицы», она настолько как бы близко была к теме работы, то есть злые, как бы агрессивные тинейджеры, которые выкрикивают протестные лозунги. Это очень, эти идеи очень сильно пересекаются. И кроме того, то, что выставка основана на названии игры, то есть игры, которая является продуктом потребления, это также очень сильно совпадало с тем, что тинейджеры, являясь как бы протестными людьми, агрессивными, и они в то же время являются потребителями субкультуры, то есть там брендов одежды и музыки, которые им предлагают. И это очень классный был экспириенс коммуницировать с другими художниками, как бы обсуждать эту идею и в итоге участвовать. И вся такая выставка, она получилась как живой перформанс. Мне кажется, она очень сильно отличается от польского искусства, и этим интересно здесь.